субботу, 2 января, Химки занесло снегом. Бороться с последствиями вышли коммунальные службы города. По распоряжению заместителя главы администрации Дмитрия Чистякова, к работе приступили с 6 утра. Чистим город, чтобы люди хоть сказали бы спасибо. Сыпем по остановке соли. С последствиями снегопада борются более 1000 дворников и 140 единиц спецтехники. Как только выпадает снег, техника сразу выезжает на прометание и уборку всех дорог. До снега, до выпадания снега, происходит обработка дорог. Обрабатываем гранулированной солью. Пока техника и дворники Химдора очищают сугробы вдоль дорог и на остановках, во дворах работают сотрудники управляющих компаний. Жители отмечают хорошую и оперативную уборку, несмотря на новогодние праздники. Дворник это хорошо работает. Я сейчас доволен даже вот этот раз. И вчера он тоже самый был. Поэтому мы довольны. Усиленную работу ведут во всех микрорайонах Химок. Постепенно от снега очистят весь город. Это и уборка придомовых территорий, снега, дорожно-транспортная сеть, тропиночная сеть, автобусные остановки. Данный снегопад нас не пугает. Я уверен, что с этими осадками мы справимся в ближайшие 3 дня в соответствии с требованиями. Химчане отмечают, территориальные управления оперативно реагируют на обращения жителей. Мы, в общем, как бы довольны, потому что вот вчера буквально приезжал мини-трактор, я не знаю, как их название, этих тракторов, он расчищал вот эту свободную площадку, машины когда разъехались все, и он все расчищал. Все было хорошо, дворники убирают нормально, реагируют быстро. Если нас что-то не устраивает, я им пишу, значит, по WhatsApp. Синоптики не исключают, что в ближайшие несколько дней снегопад продолжится. На всех предприятиях ЖКХ действует режим повышенной готовности.